Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем интервью с цейлонским пастором Раджи. Очень интересная история о том, как он сделал предложение о своей будущей жене. Я не сторонник таких, знаете, духоманских вещей, когда имена суженных появляются в виде букв в звездном небе там, или облачка складываются нужным образом. Но в жизни Раджи и Ларисы примерно так и произошло. Иисус, когда это откровение меня получил, я надо было передать на Ларису. Когда я это не передавал это Ларису, и мне было внутри плохо, как огонь горит. И я работал по-своему, мне трудно работать, я пришел домой. Когда домой я дома я был, и телефон и звонок работает. Я объяснял телефон, и какой-то аромат начинал. Аромат пошел. И сразу я Ларису помню. А у меня была эта самая куртка, когда зима куртку я одеваю, но я никакой дух я не спонсировал. Когда я куртку одевал, сразу начинал прийти вот этот вот аромат опять. Сразу я его помню. Вот так вот, два дня я не могу спокойно сидеть. Вот такой был борьба вообще. А потом я сказал, хорошо, Господи, я буду его говорить. Я позвонил, я Ларису позвонил, я сказал ее. Ты есть моя будущая жена. Бог мне это говорит. Она сказала, да я знаю. Мне Бог давно сказал этого. Я молился не только меня. Бог, Господь, открой его, то есть сказала. И после этого произошло так вот. Потом, когда мне там помолвки были, когда я потом в 1995 году я приехал на Шри-Ланку, после этого Ларисса приехала, и мы женились в Шри-Ланке.